Всем привет, дорогие друзья! Как вы знаете, на ночь с 10 по 11 апреля покойн закрыли, и майнить их уже нельзя. Можно только обмениваться между другими пользователями, также топ не работает. Но в данном видеоролике я бы хотел показать, как можно все-таки их все-таки майнить, хоть очень маленькими шажками, но при этом это все-таки работает. Есть такая группа под названием BotClicker. Вот. Ну и недавно я получил такое сообщение данной группы, что с помощью нее теперь можно также и получать ВК-коины. Для этого просто переходим к диалогу с сообществом и нажимаем клик. Кликаем, да, вот, нормально, да. Только не кликайте по много, потому что капча сразу же вылезет, да. Вот и такое незамысловатое действие. Вот у нас где-то около больше 10 кликов. Давайте нажмем вывести коины на кошелек VKCoins. Ну и все. Написано коины, перечислены на ваш баланс, ваш счет в боте обнулен. Если же вы попытаетесь вывести коины, но при этом у вас меньше 10 кликов, то это не будет представляться возможным. После этого в истории переводов вам будет отображаться то, что вам был совершен перевод от администратора в размере той суммы, в которую вы накликали в данном сообществе. Да, конечно, это очень маленькие суммы, но при этом, как вы знаете, в какой-нибудь появились некие спонсоры, и в разделе магазине вы можете получить некие скидки в таких сервисах, как всемаки.ру, Delivery Club, ну и другие сервисы. И так вы можете на изи поднять там, ну, несколько тысяч коинов в данной группе. При этом, конечно, очень долго это фармится, но все-таки уж лучше, чем ничего. Ну а мы также все продолжаем верить, чтобы ВК-коин наконец-то нормально вернут. Я уверен, что это произойдет. К тому же в группе разработчиков Happy Santa были новости, то, что будет вторая волна майнинга. Поэтому хэштег «Верните ВК-коин». Ждем, ну а пока майним именно таким способом. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Также, если вам понравился данный видеоролик или не понравился, ставьте лайк, дизлайк. Это меня очень сильно мотивирует создавать новые видеоролики. Всем пока.